вот эти все проекты, это на самом деле нам очень нужны, они очень важны. Опытом реализации социальных проектов на стратегической сессии делится религиозная организация. Представители Муктасибата и Чистопольской епархии презентуют свои разработки, которые уже успешно реализуются в течение последних 2 лет. Известно, что многие их социальные проекты включены в сборник лучших практик республики. Они доказали свою востребованность и актуальность. Проекты не имеют такой ярко выраженной религиозной направленности. Они все социальные, и причем они касаются всех пластов. Это дети, это молодежь, это наши взрослые, это семьи, это те, кто, к сожалению, сегодня находится в зоне трудной жизненной ситуации. И вы увидели, какой огромный вклад именно через грантовую деятельность осуществляют, конечно же, в поддержку тех, кто участвует в спецоперации. Особый акцент на взаимодействие с партнерами и некоммерческими структурами. В работе сессии принимают участие представители власти, руководство Республиканского ресурсного центра и все те, кто непосредственно занимается разработкой социальных проектов. Главная задача – определить точку роста, проработать дальнейшую стратегию в продвижении своих новых идей. Это люди неравнодушные, в большинстве своем добровольцы, которые делают благое дело во имя всех окружающих. Те возможности, которые нам позволяют грант-операторы, федеральные грант-операторы, республиканские, мы обязательно эти ресурсы будем привлекать на территории наших районов. Встреча проходит на площадке досугового развивающего центра «Камалия». Организатор – межмуниципальный ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Единство». Он охватывает 7 районов, оказывает им поддержку в продвижении и реализации социальных проектов.